Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. У меня сегодня оливье, новогодний салат. Я начинаю подготовку к Новому году, так сказать. Вот, я так захотела оливье, просто сил моих больше нет. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. Себе чуть-чуть положила. Вкусно. У меня здесь три вида огурцов. И хлебушек, батон. Горбулка. У меня здесь свежий огурец. У меня здесь бочковые огурцы, которые я очень люблю. Вот от фирмы Разносол. Я вам уже много раз их показывала. И у меня здесь соленые огурцы домашние, мамины. Они острые, короче. У меня мама делает с перцем. Банки некоторые. И эти прям вырви глаз. И вот это вот взрывное сочетание огурцов, оно просто идеально для такого оливье салата. Бочковые свой вкус придают пикантный. А мамины домашние остринку придают, такую перчинку, а свежие свежинку. Все как надо. Очень вкусно. Морковки, правда, у меня немного. Знаете, получилось. Ну, смотрю, ну, немного. Пора к Новому году готовиться. Тестировать. Как вкуснее салат сделать. Оливье. Волос мне в рот попал. Мой же. Они у меня везде. Вкуснятина. Особенно в такие вечера морозные. У нас прям морозы. Морозы. Морозы морозами. Сегодня даже отменили занятия. Ну вот есть школа, которая учится по субботам. Отменили занятия с 1 по 7 класс. Первая смена. И это морозом. Я выходила в магазин. У меня просто оказалось, что нет горошка. Я так замерзла. Прям холоднее. Ну, давайте сразу туда не отходя от кассы. Прогноз погоды от Яны. Сейчас время у нас 19:04. На ночь, видите? Темно, конечно же, уже. Было пасмурно. Снега не было. 26 ноября 2022 год. Челябинск. 19:05. Еще раз повторяюсь. Так, секундейшн. Сейчас все будет. Вот минус 20 показывает сейчас. Минус 20 ощущается как минус 26. Вчера было минус 17, облачно с прояснениями. Ну, закат уже, естественно, закатился, уже не актуально. Завтра минус 18, минус 15 понедельник. В общем, вся следующая неделя примерно в районе минус 20. Прям настоящие уральские морозы. Представляете? Капец вообще. Я, конечно, не любитель такой погоды. Я мерзну. Поэтому надо переезжать на юг. Жить. Да? Хотя... Как вот Новый год без снега? Я даже не знаю. Я уже начала. Меня спрашивают. Ладно. А так, все сразу туда. И на вопрос отвечу, и на... И привет передам. Юлия Волоскова. Юлия Волоскова, большое вам привет. Спасибо, что смотрите, комментируете. Юля меня попросила передать привет всей ее семье.
Так что я передаю привет всей семье Юлии Волосковой, если я правильно записала. Передаю привет ее мужу Евгению, дочкам Алисе и Екатерине. Евгений, Алиса, Екатерина и Юлия, вам большой приветик. И Юлия спросила, готовитесь ли вы к Новому году? Ну, я даже не знаю, в каком плане. Да, готовлюсь, вот. Я ем оливье. Готовлюсь. Ну как, я вот сегодня достала... А вот у меня вот, ну, тумба с телевизором. Я достала всякие уже новогодние атрибуты. Светильнички новогодние, огонечки, огонечки. Ну, здесь у меня всегда на окне огонечки, в принципе. Поэтому зимой и летом достаю потихонечку. Хочу там вот возле компьютера себе обустроить зону тоже с огоньками, такую новогоднюю. Уже надо начинать покупать подарки. Много, видите, могу проживать. Елку я буду ставить. Ну, мы обычно ставим где-то в середине декабря. Я бы уже сейчас поставила. Но она надоест. К Новому году. Буду ставить я искусственную елку. Как-то мы ставили живую, она обсыпалась у нас очень быстро. Ну, искусственная она может стоять и до февраля, и до марта. А живая она все равно быстрее обсыпется. Ну и не знаю. Мне нравятся искусственные елки. Поэтому вот так. Потихонечку начинаю готовиться, да, к Новому году. Настроение уже такое полуновогоднее. Знаете, всегда ждешь. Новый год ждешь, 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 ждешь. Эта ночь пролетела, и все. И все. И начинаем ждать лета. Готовиться к лету. А зима-то у нас на Урале длинная. Что-то еще хотела сказать и забыла. Сейчас буду смотреть битву экстрасенсов. На самом деле, ну я смотрю так, знаете, фоном. Уже не так интересно, как это раньше было. Но я все равно смотрю. Ой, я объелась. Я много съела, на самом деле. У меня была полная тарелочка с горочкой. Больше не хочу, на самом деле. Еще горло болит немножко. Поэтому как-то так. В общем, на этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита, приятного просмотра, хороших выходных, хорошего вечера и всем пока!